Два рана подряд. И две вещи случились первый раз. Ой, классная игра, господи. Да, скроллинг заклинил, типа того. Причем очень странно заклинил, я понятия не имею, как это случилось. Возможно, это Frame Perfect или Pixel Perfect, там что-нибудь такое. Поэтому у меня этого ни разу раньше не случалось. Ну это кек, блин. Ой, эта игра. Так, блин, ранов нормальных нет. Тут еще подтраливает своими скроллингами всякими. За паттерн. Просто что это за паттерн был? Нет, Beyond the Need, нет. Я бы очень близок, но нет. Игра просто считает, что ПБ не нужен. Просто ПБ не нужен. Сука, это должен был быть САП-7. Ну реально. Просто должен был быть, обязан. Но нет, просто нет. Ай, сука. Это мог быть вообще хороший САП-7. Это могло бы быть второе место даже. Чего уж там. Ой, привет, Марлен. Да, на мне уже можно жарить попкорн. Ну, все, да. Ну, плюс 15 секунд. Ну, я, конечно, продолжу. Сразу к Вейрога. Капец. Я даже голды свои умудрился улучшить. Ну, в основном благодаря этому петуху, что он наконец хоть раз меня не затроллил. Ну, реально хороший килл. Блин, такая классная мышка, такая миленькая. Прямо ми-ми-ми. Вот что должно было случиться в прошлый раз. Блин. Мур-мур-мур, да. Ну вот серьезно. На нуле хп он меня еще и затроллил. Пи-пи-пи. Действительно. Ну, 8 секунд, это уже стандарт, да, пошел. Если этот босс троллит. Очень точно троллит на 8 секунд, кек. Есть. Есть. Нет. А, там, видимо, окно, поэтому он не цепляется. Все, окей. В том месте. Тоже можно было стратку придумать. Ну, это могло бы быть получше, но сойдет.
Так. Так. Затроллено. Надеюсь, достану. Достал. Ой. Что-то я забыл все свои стратки. Глянул на голд. Да, в этой игре голду, наверное, радоваться надо как никогда. Вот так все должно было случиться в прошлый раз. Шикарный килл просто. Фу хп. Просто фу хп. Если сейчас игра меня затроллит, что-то точно полетит в стену. Так, раз турелька, два турелька. Ладно. Да блин, не допрыгнул. Сойдет. Погнали. Погнали. Хорош просто.